Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил муниципалитетам ежегодно благоустраивать не менее 10% дворовых территорий. В 2015 году в нашем городе появилось 7 новых детских площадок, плюс одна по программе главы региона. На этот год была запланирована их установка еще в 7 дворах. Благоустройство 5 из них сегодня считается полностью завершенным. И на следующий год городские власти намереваются произвести не менее масштабный пласт работ по улучшению лыткаринских дворовых территорий. Что касается планов на 2017 год, также 7 дворовых территорий, я хочу сказать, что они уже главой города и нами определены, но еще не согласованы с Министерством ЖКХ. Поэтому я не тороплюсь сейчас называть адреса, но поверьте, что эти адреса самые проблемные. Что касается парковый дом 12, мы обязательно туда заходим с асфальтированием территории, с расширением парковочных пространств. Поэтому вот то, что звучит, звучат вопросы на встречах главы города с населением, мы обязательно учтем все пожелания наших граждан. За исполнением этого губернаторского поручения следит Госадмтехнадзор Московской области. На минувшей неделе его сотрудники осуществили выезд по одному из адресов и проверили соответствие дворовой территории на набережной улице понятию благоустроенной. А оно включает в себя несколько критериев. В данном дворе благоустроено все 6 элементов, которые необходимо благоустраивать по поручению губернатора. Это у нас информационный стенд, новая детская игровая площадка, установка освещения, озеленение, дополнительных парковочных мест и модернизация контейнерной площадки. Данный двор можно считать благоустроенным. Безусловно, есть некоторые замечания со стороны Государственного административного технического надзора. Эти замечания будут доложены правительству Московской области. Но в целом благоустройство дворовых территорий в городе Лыткарино проходит по плану. Работа выполняется своевременно и в полном объеме. Варвара Можаева, Ольга Белозерцева, Алексей Устинов. Новости Лыткарино.